Доброго всем времени суток, с вами Тексер. И начинаем новую, так сказать, серию в Stationeers. Потренировались на Луланде, который, я так понимаю, является такой своего рода обучалкой. Мирный совершенно, совершенно не опасный, все тихо и хорошо. И предложил я по окончании той серии Вулкан на выбор зрителям и Марс. Как ни странно, большинством голосов выбрали Марс. Хотя мне казалось, что больше народу захочет зажарить меня на вулкане. Ну, ладно. Пойдем на Марс. Разбираюсь я немножко больше, чем раньше теперь в этом всем, но не сильно. Так. Держите заряженную. БПшка, кислород, в общем, все то же самое в прошлый раз. Итак, вот мы, фонарь погасни. Здравствуй, Марс. Флэр лежит, вода, железо. Ну, слушайте, я думаю, тут пофигу, где строится, тут никуда я не попрусь, вот где меня высадили, тут и буду строиться, чего бы нет-то. Это чё? Это баллон с кислородом. Organic supplies. Так. Свет. Еда. Там чего? Злаковый батончик. Хорошо. Construction supplies. Труба. Аккум. Настроечный диск. Это неплохо. Датчик. А, зарядочка. Вентиль. Управление шлюзом. Да, логично. Две двери. Консоль. Активная вентиляция, понял. Идем дальше. Две БПшки. Теротопливный генератор. А мне рюкзак есть? Вроде есть. Ага. А чем это только нету? Так, я понял. Иди туда пока. Генератор. Дуговая печь, автолад, каркасы, шикарно. Стены каркаса, солнечные панели. Большие, хорошие листы. 50 листов стекла. Офигенно. Так, я понял. С этим будем иметь дело. Это кресло, в котором я прилетел сюда. Appliance. Appliance. Аккум. Скотч. Баллон, вода. Ничего, маленький, что ли? Переносной воздушный фильтр. Тоже неплохо. Переносной генератор, да? Переносной кондиционер. Ты зачем? Переносная гидропонная установка. А, краски. Да блин. Ну чё там, ладно. Маркер там, понял. Расширенное управление шлюзом, тоже неплохо. Сигнальный огонь. Ладно, не буду закрывать, тут никто не сопрёт. Стоямба. Батончики, цветочки. Закройся пока. Так. Пропеллент это нам летать. Место, чёрт возьми, не вагон. Чё-то надо выкладывать. Вот это мелкая солнечная панель. Погасни. Насколько я помню, она полная фигня. Сигнальный огонь. Нафиг он мне нужен, просто шахтера. Шмяк. Сидит там. Так, одно оставили. Берем железный каркас. Сюда. Соответственно, освобождается ячейка. Играем в Тетрис. Так, ты кто? Железная стена. Лист пластика, лист железа. Берем лист железа. Лист железа нам нужно. То есть базовая у нас станция будет железная. Сетевой анализатор в Пениде. Ну, я потом еще чем-нибудь отсюда выложу, пока места нет. Интересно, флайер вечный? Так, пояс. Инструменты. Вот такой синенький вообще какой. И там провода лежат. Приятно. А это медь. По виду медь, да. Так, что я хочу? Хочу я, пожалуй, посмотреть что-то с атмосферой. Не то, чтобы вот прямо сейчас было нужно, но... Почему бы нет? Так, кислород. Кот нассал.
Углекислота. Слушайте, а я не помню. Тут можно углекислоту на кислород и углерод раскладывать? По-моему, нельзя, нет такой химии. То есть водорода в атмосфере нет, питаться будем со льда исключительно. Да и кислород тут, собственно. Да, ладно. Придет этому свое время. Хорошо. Так. Ну что ж, давайте строить базу. Лед. Ну я его, конечно, потом выкопаю. Вот где-то тут. Начнем. А тут такими рывками только, да? Ага, понятно. А, так ты еще привязан. А, ну точно, оно же к сетке все привязано. Окей. Сначала у нас будет такая комнатка, как сказать. За все хорошее сразу. Или махнуть поболее. Да не, наверное, не стоит. Перестройки будут потом, когда мы будем большими и богатыми. Наверное, так. Наверное, так. Так что для начала 3 на 3 будет просто офигенно. 3 на 4. Будет просто офигенно. Вот. Да, и шлюз будет небольшой. Вот. Первая наша, так сказать, построечка. Скотч, иди сюда. Горелочку надо. Так, в принципе, если подумать, а что мне мешает потом... Что мне мешает потом добыть железо? Если мне сейчас на стенке не хватит, что-то я сейчас подумал, у меня железо. Да? Не вагон. Но. Я ж потом сделаю. Я ж там железо-то видел. Вот. Не, просто на меньше тесно будет. Я понимаю, что можно на улицу все поставить, самому жить пока в маленькой баночке. Ну, давайте сделаем все-таки большую баночку себе. Отключили, хорошо. Блин, а тут надо еще за кислородом смотреть. Ёлки-палки. 24 железа, железо чуть не вагон. Ладненько. Так, а я поставлю стенку. И на нее сверху... Да, и на нее сверху пойдут солнечные панели. Железная стена, иди сюда. Железный каркас я пока никуда не буду девать. Так, железная стена, либо композитное окно. Ну, шлюз, мне кажется, будет из железной стены сделан. Вот. Тут мы тоже фиганем железную стену. А вот дальше можно с окнами развлекаться. Окна всегда хорошо. Я люблю окна. Понимаешь, у меня, наверное, пластик на это пойдет. Так, тут еще такой вопрос. Солнечные панели ставятся ни хрена не просто на... как сказать? На земле. Они же на каркасах ставятся. А каркасов у нас тут не сказать, что много. Где воткнуть? Блин, а у меня солнечная панель пока только одна. Что ты будешь делать? Вот и первые трудности. Стена у нас только одна. Ладно. Стена, тьфу, панель.
Ну, ладно, чё. Воткнём. Так, с ложками уж садилась, да? А между тем... Ещё нам ладить надо будет. Автоматическое управление этими самыми панелями. Он хваляется, собака страшная. Так. Ну, аккумуляторы все заряжены. Переносная гидропонная понадобится. Генератор, воздушный фильтр. А где я видел разводной ключ? У меня есть. Зачем там разводной ключ лежит? Они думают, что я его потеряю? Так, солнечная панель. Да, иди сюда. Ну, мы за что генератор поставим? Тоже мне проблема. А для управления это ее надо как-то поставить по-хитрому. Давайте вот так. Предвижу море проблем с этим. Вообще, так, чтобы не морочиться, солнечные панели надо на отдельной хреновине ставить и сразу, и не париться. Действительно, не будем париться. Иди сюда, солнечная панель. Так, и это сейчас тоже снимем. А места нет. Так, картридж-справочник, иди туда нафиг. Картридж-навигатор нужен. Скотч, иди туда, я не собираюсь тут скафандр драть. Вот так. Теперь место появилось. Шуруповерт сюда, а болгарка сюда. А, ключ надо сначала. Хорошо. Угу. Железяка. Разобрать. Вот так. Сюда поставим. Вот так. И тут у нас пойдет ряд солнечных панелей. Здорово, здорово. Так. Хорошо. Минималистично в него хотя бы надо приварить одну. Вот так. И даже пусть нам пока каркасом будет, мне вот совершенно не жалко. Так, за стеклом сразу бегать. Так, что еще? А еще к этому всему можно генератор внутри не ставить, а оставить его на улице. Твердотопливный-то наш. Стекляшка, иди сюда. Каркас, набор. Я таблетку выложу. Я пластик еще просто хочу с собой взять. Чтоб все было отлично. Блин, темно и ни хрена не видно. Где мой дом? Сила. Так, дом там есть должен быть. Да, вот он. Так, солнечная панелька, иди сюда. Так. Что в тебя еще? У тебя еще вот это. Есть. И ключ, по-моему. Да. Так. Ну, как-то так. Для начала сойдет. А там увидим. Все.
Первое наше электричество пошло. Так, пошло, но еще не пошло, но... Аккумулятора, по-моему, нету такого прям большого. Но опять же, это сделаем. Пока просто заведем сюда и на ИБП-шку сделаем. Давай вниз загнись. О. Чёрт возьми, как тебя... Во. Вышел вроде. Вроде вышел. Ну, пойдем и ВП-шку к этому прифигачим, что ли. Открывайся. Высокоемкий, да. Зарядочка. Датчик. Управление шлюзом. Дверь. Места мало для двери пока. Консоль. Активная. Не то. А, и ВП. Два. Но мне одна на самом деле нужна. Отцепись. Так. Чё у тебя куда входит? Снизу управление, сверху это, да не, у меня... Вот так. Их две всего. Так, и ломиком ее открыть. Ломик, иди сюда. Так, и туда мы втыкнем высоковольтный аккумулятор. Так. Не тут. Ну, строго говоря, не тут, но мы сюда положим. Так, сюда иди. Аккумулятор. Нет, мало. Краска. Да блин, был же высокоемкий-то. Ой, что это такое? Маячок, здорово. Был высокоемкий аккумулятор. Просто аккумулятор. Вот он. Берем. Берем. Включил вроде, да? Вроде да. Так, а где мой гвоздодер? Черт возьми. На аккумулятор поменял. Да, поменял на аккумулятор. Я могу. Тик. Ну вот, пока будем жить так. Пока будем жить так. Аккумулятора большого у меня, по-моему, нету. Прекрасно. Может, не очень прекрасно, но пойдет. Так, горелочка, наверное, да? А, погодите. Без горелки. Ну, страшненько. А что поделать? И строим окна. Так, окна-то мы строим, но нам, наверное, нужно будет еще некую станцию сделать, через которую сюда будет воздух поступать. Вот тут где-нибудь, наверное. То есть надо сразу трубу фигануть. Возможно, две трубы. Потому что потом ты, насколько помню, сквозь стену ну, не пропихнешь. Что-то она брыкалась у меня, я помню. Да.
Давай-ка труба. Вот, раз труба. Не понадобится, всегда можно забрать. Два труба. Шлюз. Как-то собака работает, я не помню. Не помню, как шлюз работает. Ну ладно, потом тоже разберемся. Хотя, опять же, вот я не уверен, что под дверью мне удастся пропихнуть все из шлюза, ну, снабжение шлюза. Ладно, разберемся. Так. Темно. Ничего не видно. Так, трубы, иди туда пока. Фонарь погасни. Ну, энергия, в принципе, пошла, я так понимаю. Дальше ставим наши железные стенки. Вот так. И в них железяки. Железяки. Железяк мало. Но железо я вон там вижу. Так что не проблема. Лес стекла. Лес железом. Железом. Возможно, я размахнулся строительством, а может, возможно, мне чего-то не хватит. Но в конце концов, мы себя электричеством обеспечили? Обеспечили. Что еще надо? Ничего не надо. Так. Двери. Двери, двери, провода. Так. Надо было вывести вниз, конечно. Ну ладно, мне кажется, выведу. Прямой. С. Да, выведу. Угловой. Угловой, говорю. А вот и вывел. Четырех. Угловой. Трех. Увы, какой жуткий. Так, крутись, крутись. Вот так тебе. Я что-то забыл, как сквозь дверь-то провести эту козябру. Как-то щелк ее провести можно. Мне кажется, вот так можно провести, до того, как дверь поставил. Хотя, возможно, потом дверь не поставится. Ладно, завели. Пошли двери ставить. Потом крышей займемся. Так. Дверь. Две двери, ну так-то. Скромненько так, да? Так, погнали. Крышка расставить. А вот мешает провод. Его откуда сбоку, по-моему, надо заводить. Ну-ка. Так, я провод на дверь поменял. И орел. Пойдем забирать свой провод. Ладно, давайте дверь поставим. Ага, мешает провод. А сквозь стену не мешает, я помню. Ладно. Заведем сквозь стену. Провод, иди сюда. Вот ты валяешься где-то не знамо где, кусочки. Будем снаружи заводить питание. И трубы, и питание. Так, ну, тут понятное дело. Угловой, давай так. Угловой.
Завели. Ну и что, я попробую мне сказать, что ты не поставишь эту дверь. Слушай, я куда-то размотал инструмент просто в бешеном количестве. Горелку куда-то положил. Короче, я понимаю, они в ящике с инструментами. Все. Вот я размотал-то. Давай искать. Горелочка. А, и провод у меня был. Все, отлично. Что сюда надо? Лист пластика, я догадывался. А, с горелкой. Хорошо. Так. Что дальше? Лом или стекла? Вот меня все время поражало, почему лом-то? Лом-то почему? Так. Сюда. Ну, вроде все. Погнали стенки. Со стеклом, кстати, да, но поаккуратнее, потому что со стеклом у нас немножко будет проблема. Я кремния пока не вижу. Хотя 40 листов, что я парюсь? Всякие автолаты и все такое у нас будут. 35. Это я пятнашечку извел, да? И еще 12. Ну, нормально, 20 лишних листов останется. Все путем. Лист железа, конечно, смотрится. Ну, а что делать? Первый, так сказать, бачок, в котором мы будем жить. Железная стена, иди сюда. Да, я. Оп. Да. У нас будут наверху тоже композитные окна. Дышим, я так понимаю, кислородом. Угу. Здорово. И у нас стеночек почти не осталось. А, нет, железо сначала. Лист железа 8 штук, надо 12. Приехали. Стоп. А вот теперь главное не просрать. Потому что нам еще нужно поставить печку и автолат. И мы с ним можем пролететь. Потому что на них тоже там нужно то ли лист железа, то ли лист пластика. Вообще какую-то такую срань надо. Зарядное устройство, уж хорошая штука. Возьмем. А что мы выложим? Ничего, мы не можем выложить. Железная стена, железный каркас. Ну, каркас могу выложить. А это принести. Угу. Как-то так. Так, твердотопливный автолат надо, дуговая печь надо. Пошли. Так, ставим пока абы как. Просто чтобы работало. Когда-нибудь потом у нас будет куда все это бросать. Но это будет потом. Так. Печь, я так понимаю, готова сразу. А вот в автолат нужно два листа железа. Вот я про это и говорю, что не так все с ними просто. Так, есть. 4 матка кабеля. Горелка, 2 листа пластика. Вот у нас такое оно. Все, автолат зафигачили. В принципе, для старта, сами понимаете, этого больше, чем надо. Так, и отверткой надо поковырять его. Вот смысл поковыряния отвертки я не понял. Ну, чтобы, видимо, чтобы у тебя была отвертка. Как-то так имеется в виду. Немножко лоханулся, наверное.
как лампочку-то поставлю. Тайна это покрытая мраком. Ладно, давайте прокладывать. Так. Сюда потом подключу. Фонарик иди сюда. Так, где у этих козябры? Входы-то. Ага, вот он. Так, пока. Кажется, подключилось, да? Так, а тут у нас кусачками просто то же самое проделаем, все. Отлично. Есть. Работает. Вот. И я остатки железа, как видите, не извел. Так, давайте еще вот тут попробуем кусачки вверх кинуть. Кусачки кинуть. Блин, звучит офигительно. Так, зарядка. Оба-на, о чем мы не цепляемся? Все плохо в этой жизни. Так. Проводов тоже, кстати сказать, не вагон. Тогда можешь так? Ну, просто к кабелю прицепиться. Не, я могу, конечно, стену разобрать. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Вот так, да? Ладно. Че, разбираем стену. Стена, как тебе разобрать? Тебе разобрать, наверное, болгаркой, да? Лом? Ладно. Вот. Теперь ты встанешь, гнусное устройство. Теперь гнусное устройство встанет. Ну, только что вставилось, во. Пум, чардер. А, прекрасно. На эту стену я что-нибудь еще вешаю? Вообще была мысль повесить лампочку, но, наверное, не буду. А вторая мысль вывести провод наверх. Кстати, не такая плохая мысль. Давайте ее осуществим. Вот отсюда прям до чарджера как бы. Так. Тут тоже гнутую. Вот, наверх вывели лампочку, отлично. А теперь можно обратно заковыривать тут железку. Вот так. Во! Зарядку включить. Все. Если что, будем заряжать. Если что, поставим лампочку. Все, у нас будет, если что. Так, тут провода есть. Туда не хватило, ну и, говорит, сосиска с ней. Так, тут. Работает. Ну все, господа, первая очередь космической станции готова, коробка, да, ждем света и добываем минералы свои первые, как-то так, а я бы еще сюда навигатор, конечно, вкорячил, и может я это еще и сделаю, ну, маяк, ну что, можно было уходить от станции далеко, ну ладно, пока не горит, пока у меня вообще только всего и БПшка, не более, а этого мало. И, как видите, контроль за солнечной панелью отсутствует. Но это надо принтер электроники ставить. Ну, сами знаете, что для этого надо. До хрена всего. А до хрена всего у нас пока нету. В баллоне сколько воздуха не пишется, к сожалению. Пропеллен. Давай посмотрим. Отходы. Молчит.
фильтр углекислого газа. Это мне еще фильтра надо. Ой, елки. И жизнеобеспечение, видите, садится. Елки. Да. А жизнь тут суровая. Ну ок. Что скажешь? Шлюз светится. Ладно. Что-нибудь жмите под видео, что-нибудь пишите в комментах. Всего хорошего и до новых встреч.